Так, сегодня у меня с утра вот такой вот аппаратик. Это Lenovo 330. Обычная его история. Очень дохлый пластик. Все разваливается. Вот, вскрывать его прям... Я сейчас раскрывать его даже не буду пытаться. Здесь вообще вот дыра. Я не знаю, что с ним делали. Вот, поддон еще не пришел. А вот крышку матрицы надо будет собрать. Но там есть вот такая история с этими винтами. Этот ноутбук у меня уже был. Я мудрил эти винты. Не знаю, получится ли мне еще раз это повторить. Вот. Мы будем сейчас пробовать. И все. Вот как-то так. Надо будет поставить SSD-шку и добавить оперативной памяти. Это все клиент привез сам. Сам заказывал, сам покупал. Я не люблю такой подход, потому что если SSD-шка не подойдет, ну, допустим, там стоит NVMe, точнее, это NVMe, она это и есть. Вот, бывает, что M2-шки, ну, а нужно M2, то есть она и не увидит. Вот, и, то есть, работа будет недоделанная. То же самое с памятью, но с памятью ладно, там вроде как с памятью проще. Тут, в общем-то, все стандартно, все очень грязно, запылено. Вот. SSD-шка стоит очень странная. Вот. Ну, сделаем. Сейчас будем дальше делать. В таком тут все состоянии. Петли просто вывалились. Тут уже и матрица частично тереть начало. А тут вообще пипец, вообще куска нет. Вот, тут насквозь кто-то уже сделал. Вот. Эти провода Wi-Fi такие уже все поюзаны. Короче, все плохо. Так, ну крышка готова, собрана. Сейчас чуть-чуть ее тут. Но могу сразу сказать, что она ненадолго, потому что она, наверное, в два раза легче, чем та, которая была. Вот, получилось. Хотя так быть не должно. Кажется, как будто тут неровности, но это ровности, это просто такой пластик, не знаю, какие-то отметки. Это я почищу. Тут ничего не сделаешь с этим. А так новенькая, хорошенькая крышка, все хорошо. К сожалению, клиент не принес эти винты нормальные, не заказал. Пришлось опять мудрить шайбами. Так, ну и тут у нас стандартный случай. Вот как это работает, в принципе, да, как рассказываю. В принципе, как это все работает. Пластик говно сам по себе. Плюс тут это постоянно греется вот из-за вот этого всего. И он еще больше рассыхается, и это все начинает разваливаться. Вот, просто. Поэтому надо чистить чаще, тогда будет все хорошо. Так, ну пробное включение прошло успешно. Все подсоединил, все подключил. Вот. Сейчас вот так вот, наверное. Сейчас поменяю, ну, добавлю памяти, поменяю SSD и буду собирать. Так, ну все, совсем другое дело. Красавчик готов. Все нормально. Открывается, закрывается. Причем одной рукой. Вот эта штука скоро отлетит сразу, потому что она даже оригинальная, где она вот у меня отваливается практически сразу на них. А это там вообще ее... И, короче, сложно. Сложно ее поставить. Все знают об этом. Так что вот так. И, кстати, видит он SSD-шку, но там при установке могут быть проблемы, если что-то не так.